теперь внимание, автомобилисты. Завтра и надолго будет перекрыто движение по улице Авиаторов по нечетной стороне. Смотрите, как придется менять маршрут в этом районе. Перекрыт будет участок от переулка Светлогорский до разворотной петли на 9 мая. Уже завтра в 6 утра и до 1 августа. Тут начнется строительство путепровода через ЖД-пути и развязки в Северном. Поэтому водителям придется ехать в объезд от Авиаторов со стороны ТРЦ «Планета». Поворачивать нужно на 9 мая и ехать до перекрестка на Водопьяного или еще дальше до Урванцева.